Итак, первым делом определяем, какой конвертер направлен на какой спутник для этого. Итак, смотрим в небо вместе с антенной. Если боковая головка находится справа, вот это вот, значит в центре находится Турксат, а справа находится Азерспейс. Если же боковая головка находится слева с этой стороны, тогда наоборот, в центре находится Азерспейс, а сбоку слева будет Турксат. После этого определяем, к какому порту коммутатора подключен какой конвертер. Так как это у нас Турксат, проводим провод, следим. И в итоге Турксат подключен сюда. Смотрим внимательно на обозначение. Здесь написано LNB4. Значит, конвертер, настроенный на Турксат, подключен к четвертому порту коммутатора. Тогда как Azerspace подключен к первому порту коммутатора. Маркировка может быть такая на коммутаторе. LNB1, LNB2, LNB3, LNB4. Может быть буквенное обозначение. А, Б, С и Д соответственно. После того, как мы выяснили, какой конвертер подключен к какому порту, записываем это все на бумажечку и запоминаем. И после этого идем уже к телевизору настраивать каналы. Также я вам рекомендую подтянуть плоскогубцами или ключом на 11F разъемы, проверить, чтобы контакт был хороший. И только после этого идем настраивать телевизор. Бывают моменты, когда неисправность в самом коммутаторе. Если вы все-таки проделали нужную процедуру и вы не получили сигнал на телевизоре, тогда вы кабель, который идет от телевизора или от спутникового тюнера, но в данном случае мы будем настраивать телевизор LG, подключаем напрямую к головке и проверяем наличие сигнала. Если уже и в этом случае мы не получили никакого сигнала, тогда, скорее всего, или вышел из строя конвертер, или же сбита тарелка. Но если вышел из строя конвертер, как это можно узнать? Это если поменять конвертера эти местами. Тогда второй конвертер, скорее всего, будет исправен. И тогда сигнал покажет. Ну а уже если сбита антенна, наверное, придется все-таки вызывать мастера. Но это я немножко отвлекся. Все-таки будем считать, что наша антенна заведомо исправна. Выясняем, к какому порту какой конвертер подключен. И идем вниз к телевизору настраивать каналы. Турецкие и азербайджанские. Для того, чтобы настроить каналы азербайджанские на спутниковые, тюнере встроенном, нажимаем меню, это домик, далее вверху выбираем настройки и спускаемся в самый низ, выбираем все настройки, выбираем раздел каналы, пункт поиск каналов и настройки. Режим приема меняем на спутник. Итак, выбираем автопоиск, выбираем спутник. Далее выбираем другие операторы. После этого добавляем спутник Azerspace. Нажимаем красную кнопку. Так как в списке Azerspace нет, находим в конце списка спутник другие. И потом добавляем спутник Турксат. Еще раз нажимаем красную кнопку. Находим в списке спутник Турксат. Вот он. Нажимаем ОК. Все. Нажимаем Back. И выбираем настройка спутника. Здесь в настройке спутника меняем DCQC и выставляем порт на тот, который у вас, к которому у вас подключен конвертер, настроенный на Azerspace. Это мы выясняли на крыше. У нас Azerspace в этом ролике настроен, подключен к первому порту. Выбираем А. Нажимаем готово. И то же самое Turksat. Выбираем D, так как у нас конвертер, настроенный на Turksat, настроен, подключен к четвертому порту коммутатора. И, как видим, сигнал появился. Нажимаем «Готово». Следующий шаг. Редактор транспондеров.
Выбираем спутник другие. И здесь мы должны вбить частоты, которые находятся на спутнике Azerspace. Первая частота у нас 11135. Горизонтальная. Символьная скорость 27500. Сигнал появился, добавляем. Далее меняем частоту на 11175. Добавляем. Далее вводим частоту 11024. Символьная скорость 12700. Добавляем. Поляризация вертикальная. Добавляем. Далее. 11015. Поляризация горизонтальная. Символьная скорость 13000. Добавляем. И частота 11053. Поляризация вертикальная. Символьная скорость 15000. Первые три частоты 11135, 11175 и 11024 это именно частоты азербайджанских каналов. Если вам не нужны каналы из других стран СНГ, можете последние две частоты не добавлять. Нажимаем «Добавлять», «Добавить» и нажимаем «Готово». Повторюсь. Частоты 11024, 11135 и 11175 это частоты, на которых работают азербайджанские каналы. Другие каналы 11053 и 11015 азербайджанских каналов не содержат. Если вам другие каналы не интересны, русские, там, казахские, тогда эти частоты можете не вводить. Все, ввели back. Еще раз back. Нажимаем. Далее. Пропуск кодированных ставим. Потом Турксат пускай еще сделаем поиск сети. И нажимаем, выбираем далее. И нажимаем ОК. Сразу предупреждаю. Каналы на спутнике Турксат телевизор будет искать очень долго. Так что запаситесь терпением. И пока шкала прогресса дойдет до 100%, можно пойти попить чая. Все завершено. Нажимаем готово. А теперь работа телевизора с 4К каналом. Наконец-то увижу вживую. Да, на 4К канале картинка просто супер. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы быть в курсе всех моих последних видео. И все вопросы задавайте в комментариях. Всем пока!